Причастники, поблагодарим Господа. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господи, Бог мой, что Ты не ответ мне, грешника, но удостоил меня приобщиться святым Твоим. Благодарю Тебя, что меня недостойно причаститься при чистой Твоих и небесных дорог Ты удостоил. Но, Владыка, человеколюбец, ради нас, умерший, воскресший, даровавший нам эти страшные и животворящие Твои таинства, благодеяния, освящения души тел наших, делай, чтобы они были мне в исцелении души и тела, в отражении всякого врага, в просвещении чьей сердца моего. Мир душевных моих сил, веру твердую, любовь нелицемерную, в исполнении мудростью, в соблюдении заповедей Твоих. Умножение божественной Твоей благодати Твоего царства, приобретение, чтобы сохраняемый ими во священии Твоем. Я всегда помнил милость Твою, жил уже не для себя, но для Тебя, нашего Владыки и Благодетеля. И таким образом, уйдя из здешней жизни, в надежде на жизнь вечную, достиг я места вечного покоя, где непрестанный глаз празднующих и бесконечное наслаждение взирающих на несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинно цель стремления, неизъяснима радость, любящая Тебя, Христе Божий наш, и Тебя воспевает все творение во веки. Аминь. Владыка Христе Божий, Царь веков и Создатель всего мира, благодарю Тебя за все блага, которые Ты дал мне, за причащение причистых и животворящих Твоих таинств. Молю же Тебя, благой человек, любимый, сохрани меня под кровом Твоим, тени крыльев Твоих, и даруй мне чистую совесть до последнего моего вздоха. Достойно причащается святынь Твоих, прощение грехов и жизнь вечную, ибо Ты хлеб жизни, источник освящения, податель благ. И Тебе славу посылаем с Отцом и Святым Духом, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Дашь я пищу мне плоть твою добровольную, ты огонь сожигающий недостойный, не сожги же меня, Создатель мой. Пройди лучшим членом тела моего, все суставы, внутренности, в сердце, сожги терни всех мыслей согрешений, души очисти, освети мысли, и колени утверди с костями вместе. Просвети пять главных чувств, его меня пригласи, страхом пред тобою всегда защищай, храни и береги меня от всяких вредных для души, ела и слова. Очищай, умывай, устрояй меня. Украшай, вразумляй, просвещай меня, яви меня Твои обители единого Духа и уже не обители греха, чтобы бежали от меня по принятии причастия всякий злодей, всякая страна, как от дома Твоего, как от огня. Ходатаями за себя Тебе представляю всех святых начальников, воин бесплотных. Притечу Твоего мудрых апостолов и сверхих Твою непорочную чистую матерь, прими их молитвы милосердный Христос, но и Сына Света соделай Твоего служителя. Ибо Ты единый благовосвящение, так же сияние душ наших, и Тебе, как подобает Богу и Владыке, все мы славу высылаем каждый день. И Твоя Святой Господи Иисусе Христе Божий наш, да будет мне жизнь вечную, то кровь Твоя драгоценное прощение грехов. Да будет же мне это благодарение в радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое, сподоби мне грешника стать справа от славы Твоей, по ходатайствам все чистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь. И святая Владычица Богородица, свет помраченный моей души и надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя. Благодарю Тебя, что Ты сподобил меня недостойного стать Твоим участником, Ты чистого тела, драгоценной крови Сына Твоего, но родивший истинный свет, просвети духовную очи сердца моего. Источник бессмертия, родивший, оживи меня умершленного грехом, милостивый Бога, любящий милосердие, Матерь, помилуй меня и дай мне умиление, сокрушение сердца моего, смирение мыслей к моих и призвание к помыслам добрым. Когда пленедывает разум мой, достой меня до последнего моего вздоха, не в осуждение принимает свечение причистой, станет снова исцеление души и тела. И подай мне слезы покаяния, благодарение, чтобы не успевать и прославлять его осенней жизни моей, бо Ты благословенный и прославленный во веки. Аминь. И не отпущаешь и раба Твоего, Владыку, по глаголу Твоему с миром, я кто видит, то ученый, спасение Твое, ежеисю готово пред лицем всех людей. Свет откровение языков и славы людей Твоих, Израиля, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыку, прости беззаконие наши, святые, посети, цели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам дни, и все остави нам долги наши, как уже мы оставляем должников нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Во всю землю изыди вещание Твое, яко приемшую слово Твое, им же боголепно научилися. Естество сущих уяснил и сие человеческие обычаи упросил и сие. Царское священие, отче преподобный, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, явился и все основания непоколебимой церкви, подая всем некрадами господству человеку.
запечатлея Твоими велениями небоявленье Василия, преподобнее и ныне и присно во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз и... Но при дворе, ко благая на помощь нас верно зовущих, те ускори на молитву и почисти на моление, предстательствующие, присно Богородицы, чтущих Тя. Господи помилуй, 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 слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувима, славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Словородшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним благослови. Отче, Господи, святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Включи свет здесь, в коридоре. Включи здесь свет, и вот так. Направо, заходи тут, направо, сам отлично сидит, направо. Полина, иди сюда. Полина, полюбки. Ваня, где? Ваня? Куда дальше? Садитесь дальше, вы закрыли это все. Живитесь, дальше никто не сядет. Болей? Нет. До конца. Верни. Ну-ка. Она видит среды. Но она